психолог первый. Много давил, что дебютируем ФНЛ на своем поле, столько болельщиков пришло, приятно очень. Ну, не сложилась игра, пропустили, можно сказать, быстрый гол. И дальше давили, момент какой-то, и не получилось реализовать, и тут уже встречные курсы во втором тайме нам забили вот два мяча, и, к сожалению, счет, мне кажется, не по игре полностью. Два последних мяча случились в концовке, что, расклеить, что? Уже пошла команда наша вперед, три нападающих играли, и само собой, сзади уже оставалось меньше народа, и они воспользовались большинством впереди. На контратаке два раза удачно реализовали. Мы не реализовали свои моменты, к сожалению, но будем работать. Хороший календарь такой попался, потому что первые игры мы играем с бывшими лидерами. И, конечно, сложновато. Будем работать, не будем останавливаться. И есть ради чего работать, ради болельщиков, ради города. Две первые встречи в ФНЛ проиграли, связаны с тем, что какая-то растерянность после попадания в ФНЛ, или все-таки результат не сыгран? Нет, до конца еще сыграны. Все, да? Ребята только пришли перед сезоном, и, как видите, футбол есть, играем неплохо. Жалко, что результат пока не в нашей стране, но будем работать, еще раз повторяюсь. У нас есть подразделение.